Доброе утро, девочки мои. Сегодня у нас, я смотрю, ясная погода, но на улице 0 градусов. Я вижу птички тут, вот эти желтенькие летают, вот на веточке сидит, но вам, наверное, не видно. Ну, конечно, когда только я тут появляюсь, они сразу улетают. Всем доброе утречко, девочки мои. Я сегодня выспалась. Это так радостно для меня, прямо праздник. Потому что предыдущая ночь у меня была, конечно, ужасная. Я ее почти не спала, ну, с 5 утра уже поспала там до 9. И, ну, естественно, день, как знаете, на смарку. Я вчера еще думала сделать уборку. И вот такое сонливое целый день состояние, ничего не хотела сделать. В общем, решила перенести на сегодня. Но сегодня уже я выспалась. Ну, и я так думаю, что, скорее всего, мне помогло вот это вот дрем-терапия, вот это. Я вчера не поленилась, пошла, приняла душ. Вот этот крем для душа, ну, скажем, крем-гель для душа, сверху потом крем вуаль вот этот вот для тела, потом еще на ночь еще намазала крем для лица и еще попшикала вот этим спреем. И еще выпила чай для ночи, на ночь, который специально такой успокаивающий. В общем, прекрасно. Вчера уснула. Один раз только за ночь проснулась и опять легла и прям спала до 8 часов. Так что я довольная проснулась, что я выспалась наконец-то. Ну и теперь, конечно же, я вместо зарядки сейчас буду делать уборку. Может быть, кому-то тоже нужна уборка, зарядка. Так что давайте присоединяйтесь, давайте вместе делать. Ну, у меня-то, в принципе, все убрано. Я всегда поддерживаю чистоту, но пыль-то накапливается, в общем-то, и на полу, и на всех поверхностях. Так что у меня сейчас идет борьба с пылью. Не идет борьба с пылью, а вот сегодня я решила везде, везде поубирать, прогенералить и создать себе такую чистоту, ощущение свежего воздуха. Ну, свежий воздух всегда после уборки он как бы ощущается. Постельное белье уже поменяла. Так что начнем давайте. А еще хочу сказать, я проснулась, на голове, конечно, у меня полный хаос, но уже осталось недолго до стрижки. Завтра утром уже стричься иду, поэтому волосы собрала. Ну, челку более-менее как-то там выровняла. Потому что у меня сейчас вот такое нафаня на голове. Бог знает, что делается. Вот, ну и все. Достаю пылесос и пошли пылесосить сначала. Все, девочки, я убрала, пыль везде выгребла, в общем, чистота, порядок, свежий воздух, у меня форточка открыта, несмотря на то, что на улице холодно, но у меня жарко, или, может быть, я сейчас просто побегала, поэтому жарко. В общем, сейчас я позавтракаю и попозже к вам вернусь. А еще я решила, девочки, постирать белье. Что-то у меня сегодня прям разогналась, я разогналась, остановиться не могу. За что я люблю все-таки свою маленькую квартирку, за то, что так быстро тут можно убрать. Все под рукой, все рядышком. Много уборки делать не надо. Все, поехали. Пока стирается белье, решила я сразу же и окна помыть.
пока нет мороза, я думаю, что нужно сейчас как раз быстренько вытереть стекла. Хорошо, когда есть вот такая замша автомобильная, она прям сразу собирает воду со стекла. Сначала мокрая тряпка, а потом это. И все, очень быстро. А то, что я вам через окна показываю погоду. Вот, одно уже готово. Ну и все остальные сейчас так сделаем. Видимость плохая, девочки, потому что яркий свет из окна. Поэтому не буду я уже дальше вам показывать. Помою сама. Все, все стекла я помыла, чистенько. Можно теперь через стекло вам показывать улицу. Сняла вот эту я сетку с левого окна. И теперь можно будет вам показать дом, например. Сейчас я его попробую увеличить. О, видно Дон и церковь. Отлично. Вот и сеточку сейчас помою душком у себя в туалете. Кто-то спрашивал, где я купаюсь. Вот тут купаюсь. Сейчас сеточку помою и беру ее на зиму под диван до весны. Девочки, похоже, моя уборка превратилась в генеральную. Я не могу остановиться. Все, тут у меня чисто и красиво, нигде пыли нету, грязи нету, чистота, и я очень довольна собой. Так, у меня как раз уже закончилась стирка, и надо его белье уже повесить. Фу, девочки, наконец-то я остановилась. Я сделала все, что планировала и то, что не планировала. Для чего я это видео снимаю? Может быть, кого-то это все-таки сподвигнет для какой-то уборки. И особенно залезть в те углы, в которые редко залазим, да. Вот. И, в общем-то, я могу сказать, что я молодец, сама себя похвалить. Надеюсь, кого-то вдохновила я на эту уборку. Если кому-то нужно сделать уборку, и вы долго собираетесь, вот нужно найти такой день, когда вот выспались, хорошее настроение, подъем, и прям начать подойти к этому делу творчески, получать удовольствие от уборки. И самое главное, вот я заметила, что если я уже пошла, то я уже стараюсь не останавливаться, если у меня как бы еще есть энергия. И уже лезу туда, куда, в общем-то, и не собиралась лезть. Ну, в общем, везде позалазила, все углы поубирала, постирала. Все, я молодец. Не забудьте себя похвалить. Похвалить себя нужно обязательно. И с чувством такого, знаете, так сказать, гордость самой собой. Гордость за себя, да, я это сделала. Но я хочу сказать, что в молодости это все как-то быстро, все делалось легко. А сейчас уже вот сил уже, наверное, маловато. Поэтому вот если уже соберусь, и вот если я сделаю что-то, каждый раз говорю себе, молодец, я это сделала. Так, ну все, у меня чистота, свежий воздух, красота, в общем, я молодец. И сейчас пойду я немножечко за компьютером поработаю. Кое-какие дела надо сделать и кое-на-какие звонки нужно поотвечать. Вышла я, девочки, на улицу. Хорошо, что я оделась, тепло. Несмотря на то, что солнышко светит, морозно очень. У меня тут
Вот это все затягивается, как классно. Вышла, я иду на почту за посылочкой. И совсем я забыла, что там перерыв с часа. А уже время без 20, без 25, где-то так. В общем, бегу, чтобы успеть до обеденного перерыва забрать посылку. А то придется потом целый час где-то околачиваться. Вот такая вот погодка сейчас. Солнышко светит, иногда прячется за облаками. Ну, классно. Морозно, но ветра нету. Это нравится мне. Очень здорово. Люди одеты уже тепло, молодцы. Все правильно. Вот солнышко опять вылезло. Здорово, здорово. Заодно подышу свежим воздухом. Забрала я, девочки, посылочку. Кстати, я сейчас посмотрела, нету здесь башкирского меда. Вот здесь вот стоял на этом месте вот этот ларек. И его уже убрали. Кто-то интересовался. И даже кто-то хотел с Батайска приехать. Ну вот видите, постоял он тут недолго и уехал. А вот молоко со сметанкой стоит. Пойду куплю. Хочется молочка уже и сметанки хочется. Фух, девочки, я везде успела, все взяла. Взяла посылочку, взяла молочко, сметанки нету. Сказали, позже подвезут. Ну, значит, завтра возьму. Вот, и что еще? Взяла свежую рыбу, взяла толстолоба. Толстолобик у нас стоит нечищенный 200 рублей килограмм, очищенный 350. Ну, я взяла чуть-чуть, но взяла чищенный, прям серединочки. Сейчас приду рыбу жарить буду. Вот это я себе угодила, вот это я себя порадовала. Вот видите, нежданно-негаданно выскочила из дома. Совершенно неожиданно для себя взяла рыбу. Вот, так что сейчас я еще рыбку пожарю, буду наслаждаться жизнью. Холодно у нас сегодня. Ну как, вот вроде бы ветра нету, так, кажется, не очень холодно, но морозно все-таки. Поэтому я уже одела пальтишко, все по-зимнему, шапочку одела. Ну, при том, что на голове беспорядок. Но шапку надо надевать, потому что я в прошлый раз без шапки выскочила. Зашла пока в ДНС, вроде быстро все купила, а вышла на улицу, на улице холодный ветер, а в помещениях везде жарко. Я вышла, в общем-то, с мокрой головой, и хорошо, что у меня капюшон, я накинула потом капюшон, боялась, что могу простудиться. Так что берегите здоровье, девочки, очень-очень-очень аккуратненько, пожалуйста, со своим здоровьем. Вот. Так что если уже холодно, то надо уже все, одеваться. Так, ну и все, сейчас еще заскочу в один магазинчик, просто гляну, есть там кое-что или нету. И домой, все, будем жарить рыбку. Кстати, кто-то написал мне, что шапка это не подходит по цвету к этому пальто. Купите черную или синюю. Девочки, синюю вообще не мой цвет. Черный траур прям какой-то. Не хочу я вся в черном ходить. Поэтому пусть у меня будет такой розовый, вернее пудровый такой оттенок. При том, что у меня ботинки, они у меня такие вот, как светло-коричневые. Сумка, которая побольше, она тоже с розовым оттенком. Ну, видите, у меня виднеется такой вот, как сиреневый свитерочек, который я давно уже покупала в Спортмастере. Вот. Так что пусть будут немножечко такие вот веселенькие акцентики. Даже если мне попадутся перчатки вот такого цвета, как шапка, я тогда и куплю еще перчаточки такие. Но перчатки у меня есть черные. Из кожзама. Они мне давно такие... В общем, вечные. Ну, мягкие, хорошие, мне нравятся. Ой, какая классная погодка. Ветра нет, и солнышко выглядывает. Оно то прячется, то выглядывает. Прямо чудесно. Я иду медленным шагом для того, чтобы насладиться погодой, получить удовольствие. Воздух свежий-пресвежий.
машины ездят, шумят. Ну все, пошли домой уже. Жарить рыбу будем, девочки. И все, покушаю рыбу, сегодня уже ничего делать не буду. Посылку снимать я сегодня не буду, потому что я хочу сначала подстричься. У меня стрижка завтра утром записана я. Вот, когда уже на голове сделаю порядок, тогда сниму вам посылочку с примерочкой. Да, кое-что хорошенькое, интересненькое я себе новенькое заказала, девочки, из Иваново. Все, я пришла домой, захожу, а комната у меня залита солнышком. Вообще, конечно, очень приятно, когда заходишь, у тебя тут чистенько, солнечно, светло, вообще здорово, классно. Включила я сейчас вот этот вот немножко энерджи. Чуть-чуть хорошего настроения себе. Забежала, девочки, я в Магнит, хотела купить блины. Но блинов там не было. Вот в нашем Магните возле дома блинов не было, которые я брала такие замороженные. Взяла вот это на пробу. Вот это вот кукурузные хлопья с молочком. Но молочко я взяла с машины. Еще взяла груши вот такие вот. Хорошие, мягкие, сладкие должны быть. Ну и зелень для салатика. Ну еще взяла вот такого толстолобика классного. Смотрите, какой мясистый. Попросила, чтобы мне его разрезали. Вот, ну вот это на 370 вышло, но зато он чищенный, резанный, только помыла и все. Сейчас я его присолю чуть-чуть, потом в муку и на сковороду будем жарить. Все, класс. Во, пошла жареха. Класс. Еще даже кусочки остались. Пришлось их разрезать еще пополам. Все, девочки, рыбку всю я дожарила. Теперь я сажусь смотреть телевизор, отдыхать. Доброе утро, девочки мои! День следующий, и наконец-то наступил тот день, когда я иду стричься. У меня уже на голове не поймешь что. Вот, но я уже собралась и, в общем-то, уже выдвигаюсь. Ну, в общем, посмотрите, да, что у меня сейчас. Это то, что у меня без укладки, но с укладкой выглядело бы не лучше. В общем, не люблю я отпускать, не люблю я вот это, когда тут все вот это вот сюда висит. Я хочу, чтобы у меня был порядок на голове. Пусть это будет коротко. Мне кажется, когда я подстригусь, даже моложе выгляжу. Хотя я, в общем-то, не стремлюсь выглядеть моложе своих лет. У меня нормальные годы, нормальный внешний вид. Ну все, я собралась. Поехали. Ой, девочки, на улице такая классная погода. Еще один замечательный день. Ветра нет, солнце светит. Почему бы не радоваться жизни, а? Ой, как хорошо. Вы знаете, вот когда ветра нету, у нас, по-моему, при любой погоде просто замечательно. Фух, как хорошо. Ну что, идем. Идем, едем стричься. Цветочки все еще цветут, я смотрю. Ой, птички поют. Классно, здорово. Ну вот и все, мои хорошие. На голове теперь порядочек, я довольная, счастливая. Так, что у меня там сзади, покажу. Сзади у меня всегда хорошо. Сзади попросила покороче, потому что, честно говоря, мне жалко. И потом отрастает очень быстро. В общем, девочки, я довольна, счастливая. Теперь завтра я могу вам уже снять посылочку. Распаковочку с примерочкой. В общем, классно. Ну вот и все. Пишите, кому нравится, когда у меня было, как. Кому нравится, как у меня стало. Вот. Отпускать не хочу. Мне нравится покороче. Ну все, мои хорошие. На этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.